Стой! Стой, стой! Раздевал. Ну, опять руку протянуть не можешь. Никогда не. Привет, Гуляим! Здравствуйте, Карамат Афа. Здравствуйте. Здравствуй. О, какая нарядная. Что, маму в больницу везешь? Нет, помолчи. Доктор... Не должна девушка про это говорить. Я на базар еду. А что такого? Что мы, маленькие? Замуж выйдешь, тогда будешь разговаривать. Правильно, но мы ведь не очень торопимся. Верно, Гуляим? Может, и верно, не знаю. Ах, вот как. Ну, пока. До свидания. Девушка, дочь директора школы, а язык как помело. Эсеноман едет. Эсеноман! Калмурза, привет! Здравствуй, Эсеноман. В город едете? Нет. Да, на базар. Садитесь, подвезу. О, спасибо. Отец, ну что же вы? К сыну, там меньше трясет. Ой, спасибо. А саженцы войдут? В мою машину все войдет. А Гуляим не едет? Нет, ей надо к экзаменам готовиться. Ну, Бекташ, поехали. Сейчас, папа. Корову подай, покорми кур. Убери в доме, подмети двор, за шаропат приглядывай, чтоб с мальчишками не бегала. А сама из дома никуда, слышишь? Да, белье с веревки сними. Чуть не забыла, теленка напои. Дочка, кто этот аксакал, а? Большой человек, да? Не, на базаре базарком работает. О. Большой человек. Чу! Дочка, скажи, пожалуйста, а сын кем работает? Сын? Он тунеядец. О, тоже большой аксакал. Чу! А, машина старая, а тянет как новая. А, 120 выжимает. В городе давно бы были. Да боюсь, как бы новый пассажир на свет не появился. Это как же, папа? Эх ты, совсем еще дитё. На днях женю его. На ком? На ком? На этой, на Айзаде. А, Айзада хорошая девушка. А сын нравится? А мне все равно. Скажет тоже. Вот балаболка. Я слышала... Ваили болтают. К ней Кемель будто бы сватается. Так что ж, пусть себе сватается. Кемель в городе. А мой Бекташ Ваили. Он ближе. И с Айзадой у них любовь. 3000 дали, вот и вся любовь. Ай! Откуда у меня такие деньги? И вправду люди подумают. Иногда сбрехнет такое. 3000. А что ж, я 3000 не стою? Что ж теперь будет? Да ничего не будет, меня увезет Кемель. Мы с ним в городе будем жить. А как же мама? А что мама? Поплачет, успокоится. Мы с Кемелем друг друга любим. Поженимся. Все законно. Что же ей еще? А как же Бекташ? А Бекташа я тебе отдам. А что? Чем мне жених? Отец базарком, дом под железом, машина. Да брось ты по мамбаю вздыхать. Выходи за Бекташа. Ты циник. Ага. Давай ведро. Значит, он тебя украдет? Кто? Ну, Кемель. Ах, Кемель. Да, сегодня ночью. Сегодня? А экзамен? Айзада! А что экзамен? Приеду и сдам. Айзада! Мама,
Ты вот где мой цветочек. Весь аил избегала. Куда, думаю, делся мой цветочек? Я-то думала, он воздухом дышит. Перед экзаменом отдыхает. А он, оказывается, чужую корову доит. Ты умница, дочка. А тебе что, Гуляим? Твоя сестричка не может помочь корову подоить? Шарапат уже большая девочка, скоро 9 лет. А я смотрю, она все с мальчишками бегает. Шарапом, да с Тактабеком. У нас здравствуйте, здравствуйте. Гостей в нашем доме. Спасибо. Видеть всегда приятно. Добрый вечер. Я у вас свою Айзаду нашла. Всюду искала, она вашу корову доит. Нашу корову? А то Гуляем некогда, она все за уроками. Я и то говорю, бригадирш. Какая невеста для вашего Аманбай растет образованная. Рано об этом думать. Конечно. Пусть еще погуляет. Правильно. Пойдем, пойдем, мой цветочек. Пойдем, моя ягодка. Про Аманбай забудь. Аж ты! Мы же договорились после экзаменов. Сейчас выйдет. Одеться-то надо. Да не цвети ты. Сейчас. Сейчас. Ой, какой. Нечего тебе тут делать. Бекташ, сынок, да вылези ты из машины. Помоги чемодан донести. Мама, да я сама. Чемодан не тяжелый. До свидания, мам. До свидания. Будь счастлива, мой цветочек. Гребень, гребень, ты не забыла? Да нет, не забыла. Пойдем, доченька, пора спать. Бекташ Айзаду увозит. Пойдем. Эша! Люди добрые! Ой! Дочку украли! Ой, Аллах! Люди добрые! Дочку украли! Помоги! Обесчестили, опозорили. Дочку у меня украли, цветочек мой увезли. Обесчестили, опозорили. Не могу жить. Ой, не могу жить без нее. Лучше убейте меня, зарежьте меня. Пропала доченька моя, пропала ягода. А когда спать ложились, дочка дома была? А? Была, была. Вместе украли. Баба, ты не дура, а? И колым получила, чего жарешь, как резаная? Ты чего брешешь? Такой колым? А такой-то? А с сыном она? Это ты, наверное, с него колым получила? А? Ты? Ой, а люди как? Добрые! Конечно! Слушайте, тут... Верно, Аксиш говорит. Кого украли, а? Еще плачет. Ровно 3000. Барана! Да, я своими ушами слышала. Что случилось? Айзаду украли, вот что. Правда? Не может быть. Это ж дикость. Ступай домой. А голый по аилу бегать, что не дикость, по-твоему? У Кирсун дочь украли. Базаркова сын.
Кто, Бекташ? Ай, молодец. В чем дело? Разойдись. Дайте дорогу, дорогу дайте, не ори. Разойдись, вам говорят. Разойдись. Милиция, она все найдет. На то она милиция. У ней собаки, у милиции, она все найдет. Ну, что у тебя, говори. Мою дочку украли. По закону надо идти. Не учи, ладно. Отучи. Бабы правильно говорят. Правильно, неправильно, там разберемся без вас. Пошли. Куда он меня ведет? Женщины, куда он меня ведет? Пусти. Ну, ладно, ладно, не ори. Куда ты меня тащишь? Пусти. Женщины, куда он меня ведет? Тихо, тихо, граждане, тихо. Да нет, да. Ищи ветром поле. Громче стучи. Он не откроет. Я вас бег. Свет зажгли. Дома, что дома. Что нужно? Открой дверь, тогда скажу. Где Айзада? О чем я знаю? Где твоя дочь? Ваш сын у этой уважаемой гражданки умыкнул ее дочь. Мой сын ее дочь? Да, мой сын дома спит. Знаем мы, как он дома спит. Он ее увез. Где твоя машина? Это вранье! 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 Идемте, посмотрим. Пойдем. И пойдем, сейчас смотрим. Сейчас сами увидите. Увидите. Пожалуйста. Вот моя машина, без колес полюбуйтесь. Без колес? Как же без колес? Отойдите, отойдите. Не мешайте. Ты где твоя дочь? Может, ты скажешь? У вас? У вас? У меня? Папа. Что случилось? Что такое? Что им надо? Эй! Иди-ка сюда! Иди-ка сюда! Иди! Иди! Куда ты дел мою дочь? Куда ты дел мою дочь? Какую? У меня одна дочь, Айзада! Я не брал. Как же так? Как же так? Ведь мы... Мы же с вами договорились. Бекташ за ней на машине приезжал. На машине? А на чем, не на телеге же? Люди, слышали? А, она с ума сошла. Чтобы я женил своего сына на ее дочке, на паршивой девчонке. Эй, я вас бег. Что-нибудь случилось? Айзада пропала. Как пропала? Ее Кемель на такси в город увез. Зря хвалишь ее, сестра. Кто знает, что этих девчонок на уме. Ну, Гуляев не такая, она девочка послушная. Что так рано, отец? В следующей неделе Гулеин поедет во Фрунзе. Будет в университет поступать. Фрунзе. А кто еще поедет? Никто. Ступай посуду мыть. А ты, мать, что молчишь? Неужто отпустишь в этот бесстыжий город? Там мужчины и женщины в одном озере вместе купаются. Вместе? Нельзя не ехать. Так велел райком Ташимов. Он сказал, что я пережиток прошлого. Говорит, во всем районе ни одна девушка не учится высшему образованию.
Если наша Гулия не поедет, его могут снять с работы. Ой, Пурунзе, Пурунзе, ой. А вы что ему ответили? Что, что? Говорю, нет. А он? Он говорит, да, товарищ Калмурза, вы поняли? Ну, а вы? Понял, говорю. А что? Что я мог? Ой, больно. Ой. Что ты сидишь? Ой, беги за доктором. Калмурза, Калмурза! Сын родился, мальчик! Сын? Это правда? Правда! Девочки, у вас братик. Бегите по всему Аилу, рассказывайте, что у меня сын родился. Братик родился! Ну, бегите, бегите! Наша мама родила братика! Наша мама! У меня братишка родился! У Калмурзы родился наша сын! Желопатки братик! Наша мама! У Калмурзы сын? Да. Рад за него. Получай. Спасибо. У нас братишка! Что случилось? Что ты кричишь, девочка? Наша мама родила братика. Большая радость для семьи. Вот тебе за добрую весть. Большое счастье, когда рождается сын. Очень большое. Чу. Чу. Дедушка, а если дочка? Чу. Чу. Наша мама родила братика! У меня братик! Заходите. Заходите, пожалуйста. От Гюляим Тельтаевой. Прошу после окончания школы направить меня до Яркой на ферму. Хочу своим трудом способствовать укреплению сельского хозяйства. Хм. Прекрасно. Значит, укреплять будешь? Угу. Способствовать? Угу. А учиться не хочешь? Я хочу укреплять. Кого? Сельское хозяйство. Понятно. Отец там? Не. Мать? Да. Позови. Позови. Мама, мам, тебя зовут. Зачем? Здравствуйте. А, добрый день. Заходите, заходите. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. А я там сижу и думаю, зачем им мешать? Пусть поговорят. А у меня с вашей дочерью был очень интересный разговор. Содержательный. Ну что ж ты стоишь? Садись. Садись. Иди, дочка. Проходи, доченька. Садись. Вы воспитали настоящего человека, апа. Не каждый сегодня так болеет о сельском хозяйстве. Конечно, товарищ Ташимов. Никто не хочет оставаться в Аиле. А вот ваша девочка очень сознательная. Чувствуется материнская рука. Верно, Гюлей? Я не одна. Мне школа помогает. Там их всему учат. Ой, верно, скромничать. А? Я же вижу, она к вам прислушивается. Как бы нам с вами ее вместе уговорить? Да я уж уговаривала. И что же? Ничего не помогает. Я подумала, девочка уже взрослая, пусть решает сама. Вот у моей соседки просто беда, страшно вспомнить. Ой, поспорила с дочкой, та избежала. Ну, от вас не убежит. Эх, апа, вам бы образование. Из вас бы вышел отличный педагог. О, куда мне? Если все будут педагогами да агрономами, а кто же будет с подойником ходить?
Ну, хорошо. С подойником так с подойником. Пошлем тебя на ферму. Довольно? Доярки сейчас нужны, особенно в Казахстане. В Казахстане? В каком Казахстане? Тут, понимаешь, комсомольцы собрались на целину поехать, братьям-казахам помочь. Вот и поедешь. Казахстан! Тоже еще сказали. Я с младенцем, у меня руки связаны, весь дом на ее плечах. Отцу с матерью надо помочь. Казахи, узбеки пусть сами своих коров доят. Но Гюляим взрослая девушка. Пусть сама решает. Но она же... В общем, подумайте. Надюша, вызови, пожалуйста, машину. Пусть Жума довезет товарища Тельтаева с ребенком. Ой, папа, Ташимов едет! Ну, быстрее, за работу! Давайте, давайте! Да это караван! Ну да, посмотрите! На райкомовской машине! Да ладно! Да ладно, нечего тут ничего! Как бабы! Да перестаньте! Помолчите вы хоть минуту! Вот теперь заместить нельзя! Ну что? Плохо. Ташимов сказал, или во Фрунзе, или в Казахстан. С вами тут совсем с ума сойдешь. Ну что, доходили? Идите работайте. Так тебе и нужно. Ой, да что я могла? Что я могла? Жена, а про мои пережитки он что-нибудь говорил? Кто? Ну, Ташимов. Ой, Ташимов, Ташимов. Ты бы лучше о родной дочери подумал, а не о своих пережитках. Когда я говорил, надо было слушать. Выдали бы девчонку замуж. Никуда бы ее не послали. Да и сейчас еще не поздно. Нельзя, нельзя. Ташимов сразу поймет. А жениха где найти? А если Бекташ? А? Аманбай. Неплохой парень. И Гуляим он нравится. Сестра. А что, если правду за Аманбая? И то хорошо. За Аманбая. Как, отец? Надо подумать. Да что тут думать? Некогда думать. Верно, дочка? Чего не спишь? Не хочу. Спи. А знаешь чего, Гулиев? Не выходи за Аманбая замуж. Почему? Не нравится он мне. Почему же он тебе не нравится? Он за описой бегает. Неправда. Это она за ним бегает. А тебе он нравится? С 5-го класса. А я бы тоже в город не поехала. Почему? Страшно. Правда, там все в одном озере купаются. В каком озере? Оксыш говорит. Чего не знаешь, не болтай. Спи. А как его назовут? Кого? Нашего братика. Не знаю. Что-нибудь придумаю. Тебе какое имя нравится? Шарап. Еще Тактабек. А Мамбай, тебе не нравится? Сейчас получишь. А, здравствуйте, мои красавицы. Добрый день.
Здравствуйте, дядя Синаман. Неплохой денек сегодня. Дядя Синаман, а моя мама родила братика. Опоздала, я уже знаю. Получай за добрую весть. А где ваш отец, красавица? А он глину месит. А, ясно. Новый дом надо строить. Наследник родился. И вовсе не дом, а забор. Ну, забор так забор. Угощайтесь. Гуляим, послушай. Ну? А почему от меня из ада убежал? Что, переживаешь, да? Обидно. Мне другой не найти теперь. А может быть, мы с тобой как-нибудь договоримся? А что? Можно. Мы можем за тебя, тетя Ксюш, выдать замуж. Нужна она мне больно. Доброго здоровья. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как твой наследник? Растет богатый. А? Когда мой Бекташ родился, я не забор, а дом поставил. Да еще какой. На два этажа поджалели. Я не базарком. У меня таких денег нету. Отдашь дочь за Бекташ, они у тебя будут. М? Много денег, много думать надо. А ты подумай. Замужние в город не пошлют. Чего думать-то? Так вот счастье дочери упустит. Ага. Но я ждать не могу. Мне надоела эта болтовня. Будто от Бекташа сбежала невеста. Так что думай быстрее. Чего только не насплетничаю. Зависть. Ну, я пошел, будь здоров. Соглашайся, Бекташ дурак, ну и пусть. Ей будь с дураком лучше, чем с умным. Что скажет, то он и сделает. Ну и что же, пусть себе стоит. А я ему скажу, тебя невеста ждет. Только посмей, шарабатка! Невеста, без невесты. Только вернись! Невеста, без невесты. Я тебя выберу! Здравствуй. Здравствуй. Так. Так чего тебе надо? Хочу деньги с книжки взять. Сейчас перерыв. Ну, ты же здесь. Что тебе стоит? Выдай мне очень срочно. Эх, вот так всегда. Даже в перерыв не могу отдохнуть. Спасибо, вот деньги. Хорошо. Теперь будем вас обслуживать. Эх. Никогда. Нет мне от вас покоя. То газета, то деньги. Хоть бы в перерыв дали подработать. Так и тут. Эх, срочно ему. Сколько будешь брать? Все. Все, все. Ты чего свистишь? Больно много берешь. Гостей жду. Вот это будет той, так той. Пиши, Калмурза. 3086 рублей. Постой, постой. Ты что говоришь? 3086 рублей. А ты сегодня случайно не пьян? Прошу без оскорблений. Да у меня таких денег не было и нет. Такова жизнь, сегодня нет, а завтра есть.
По-моему, ты все-таки ошибся. Я ни разу в жизни не ошибался, гражданин Тельтаев. Тысяча. Тебе. 3. 86. Послушай, Шаке, скажи мне, откуда это? Не могу, тайна вклада. Но это же мой вклад. Но не твоя тайна. И больше меня не спрашивай. А кого? Кого я должен спрашивать? Эссеноман перевел. Ах, он шелудивый шаг. Переведи ему обратно. Как это переведи? Разве ты не знаешь, что сберкасса это государственное учреждение? Это тебе, брат, не качели. То туда давай, то... А я говорю, переведи. Пусть он этими деньгами оклеит свой дурацкий автомобиль. Непредельным углеводородом относится... Не тан CH4, этан CH2, 6. А если бы я не приехала, ты бы теперь одна в классе осталась. Как одна? Ну, из девчонок. CH4H10, другие вообще. А сколько вас раньше было? Когда? Ну, в первом классе. Не помню. 12, кажется. И всех замуж повыдавали? Почему всех? 2 переехали. А ты почему не вышла? Не взяли. А ты не унывай. Во Фрунзе поедешь, там в университете на одну невесту по 5 женихов приходится. А я и здесь не пропаду. Погоди, я помогу. Садись, садись. Ой. Ну давай, крути педали и не бойся, я ж тебя держу. И что ты себе нормального платья не зашьешь? А у нас не любят нормальных. И ты? И я. Я врешь ты все. Ты городская, тебе этого не понять. Ой, 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 ой! А здорово вы химию учите. Ой, Аманбай, он меня ищет. Пусти. Тебя? Аманбай, скажи, зачем тебе Гуляим нужна? Я тебя искал. Ну да. Ты не ошибся, может быть, ее? Да ладно тебе. Никого я не искал. А можно? Я прокачусь. Конечно, можно. Куда по камням? Домой не спеши. Задержись в школе. Я пришлю за тобой шарапатку. Когда приходят родители жениха, невесте дома быть не положено. И на парня не обижаешься, он с тобой не заговорил. Я не обижаюсь.
Он и с описой пошел, чтобы людям глаза отвести. А мне все равно. Ей все равно, а сама как мышь на крупу надулась. Поди-ка сюда. Ты что, не слышишь, Гуляем? Тетя хочет поговорить с тобой, дать совет. Иди. Иди, дочка. Тетка тебе добра желает. Сядь. У тебя нехорошие подруги. Учительская дочка голая ходит. А про вторую-то я и говорить не хочу. От матери, от родной сбежала это что? Она к мужу уехала. Какой муж? Когда ее сватали? Они любят друг друга и все. Почему вам обязательно надо сватать? Не тебе обычаи менять, понятно? А что, если Аманбай не любит меня? Не любит, не любит. Заладила одно. Апису он любит. Апису. Здравствуй, Саке. Все ли здоровы, как родные, как дети, как чады, как домочадцы, внуки и правнуки? Совсем бедняга заработался. Спасибо, все живы-здоровы. Скоро этот курятник рухнет. Надо строить новую почту. Калмурза приходил? Ага. Деньги он получил? Ха. Ага, вот. Настоящим прошу от Калмурзы Тельтаева и Сенемана Сулейманова принять на постройку нашей новой почты сумму 3000. Благородный поступок. Да что, он с ума спятил? Какая почта? А та, что вместо курятника будет. А при чем тут я? Такова жизнь. Сегодня ни при чем. Завтра в газете напечатают. В какой газете? Ты что? В Советской Киргизии. Постой, постой. Может быть, ты ошибся? Я в своей жизни ни разу не ошибался, гражданин Сулейманов. А где деньги? Деньги где? Не могу разглашать. Почему? Тайна вклада. Но ведь они мои! Были ваши, стали наши. Я их уже оприходовал. Это мои деньги, я заработал их горбом! Мне каждый рубль кровью достался. Отдай это заявление. Отдай, слышишь? Не ломай имущество. Отдай. Отдай, слышишь? Не ори. Деньги здесь, можешь не волноваться. Ах, все шутки шутишь. Ха-ха. Ты же меня чуть не довел до инфаркта. Ничего, не умрешь. Ах. Ну, довольно, хватит. Что сказал Калмурза? Он сказал, передая Сенеману, чтобы он забрал обратно эти деньги и оклеил бы ими свой паршивый автомобиль. Все. Гуляем. Здравствуй. Здравствуй. Растут твои? Да как видишь, растут. Вы что, школу убираете? Угу. Ясно. К экзаменам готовитесь. Много еще осталось сдавать. Одна только химия. Здорово, Ашкан. Тебя что-то давно не видно. Все некогда, дел очень много. Все замуж повыходили, а нам полы мыть. Значит, вы за нами плохо смотрели. Вы Гуляим заставьте. До свидания, я пошла. Гуляим не заставишь, они избаловались, две на весь класс. Приходи завтра химию сдавать. Спасибо. Вот она моя химия. Ничего не поделаешь, придется мыть. Я буду готовить шпаргалки, а вы мойте, валяйте. Ты всегда отвертишься. Оторбай. Ашкан с вами училась? До 7 класса. Дошла до алгебры и быстренько замуж выскочила. А теперь детей печет, как блины. Скоро еще одна свадьба будет. Гуляем замуж выходит. Верно.
А у жениха ей выбрали. Лучше б за меня пошла. Нужен ты ей, ее за Мамбая выдают. А чем я хуже? Прости, пацан. Смех смехом, а их сегодня сватать будут. Чего врешь? Сейчас стукну. А я говорю правду. Правду? Да? Возьми свои слова назад, я возьму! Возьми свои слова назад, я возьму! Перестаньте! Сейчас веником стукну! Попробуй! Что, с ума сошел? Аманбай, отдай веник и ступай работать. На! И не командуй. Давно бы так. Чего вы его дразните? Оторбай правду говорит. И все вы врете. Как же? Сегодня его папаша черного барана с гор пригнал. Калмурзе пойдет свататься. Аманбай, это правда? А ему почем знать, что его родители спрашивают, что ли? Это неправда. Угу. Они меня разыгрывают. Да разве мой отец? Вон он, твой отец, барана ведет. При шляпе и галстуке. Здравствуйте, Шембе Каке. Глядите, целая процессия. Гулиим и тетка твоя с ними. Ну что, Аманбар, вопросы есть? Стой! 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 Не пущу! Не пущу! Твое дело, уйди! Уйди! Давай скорее, неудобно. Скорее. Гости дорогие, уж вы простите меня, задержала я вас. За такую девушку, как Гулиим, тысячи, конечно, мало. Ну-ка, что говорят? Больше тысячи не дают. Мало тысячи? Конечно, мало. Тогда уж лучше пусть едет в Пурунзе. Уперлись и все. Что же делать? А может, у них больше и нет, а? Ну, как вам не стыдно торговаться? Как будто вы покупаете козу или барана. Пусть будет 1200. Займите у кого-нибудь, в кассе взаимопомощи попросите. Они 2 кашгарских ковра дают. Да в нашем Аиле ни одна девушка такого приданого не имеет. Ну, подумайте, 12 платьев. Одних подушек 15 штук. Ну что вы торгуетесь? Из-за каких-то 200 рублей? Не могу я. Я денег не ворую и печатать их не умею. Да и сын твой, как видно, не очень-то хочет жениться. Ну хочет, не хочет, а нужно дать, сколько просит. А то люди смеяться будут. Скажут, бригадир, а такую сыну невесту дешевую взял. Никто смеяться не будет. Гуляим школу кончает, получит скоро аттестат. Пойди-ка, попробуй найти невесту получше. 1000 тоже деньги немалые. Надо же по справедливости. Мы за ней большое приданое даем, а они еще жмутся. И для Гуляим. Если мы ее за 1000 отдадим, они же ее сами уважать не будут. Вы-то это хорошо знаете. Ваша покойная матушка дыхнуть мне не давала. Царство ей небесное. За нее и сыноман будто дает 3000 и дом новый. Да пойми ты, голова куриная. Мне даже стыдно с ним равняться. Ну ладно, черт с тобой, 1200. Давно бы так, ну выпьем. Так что ж, отец, соглашаться на 1000. Мы согласны, 1000 так 1000, раз уж они так любят друг друга.
Вот и поладили, вот и правильно. Позовите нашу красавицу Гуляим. Она в школе, к экзаменам готовится. Кушайте, дорогие. Спасибо. Кушайте. Спасибо. Гуляим, спасибо. Дорогая сватюшка, теперь не только ваша дочь. Мы ей приготовили подарочек свадьбе. Спасибо. Мама, мам, в школе темно, там никого нету. Добрый вечер. А, это ты, Аманбай? Заходи. А писание спит? Да какой там спит, химия изобрит. Позовите ее, пожалуйста. Да ты сам заходи. Да нет, пусть лучше выйдет. Ну ладно. Описа, тебя Аманбай. Что тебе? Отойдем подальше. Ну, отойдем подальше. Они меня просватали. А мне какое дело? Я тебя люблю. Я тебя очень люблю. Ну, понимаешь, они меня просватали. Я должен жениться на Гуляим. Должен, понимаешь? Не понимаю. Дело уже сделано, понимаешь? Понимаешь? Ну, женись, пожалуйста. Женись на ком хочешь. Ну пойми, я ее не люблю. Я тебя люблю. Слышишь, тебя. Да ни черта ты меня не любишь. Люблю. Ты бы все равно на мне не женился. Тебя бы не разрешили, ты бы послушался. Все вы меня здесь ненавидите. Все. Это неправда. Просто они уже договорились. Обеза, я не выйду за него, слышишь? Никогда я не выйду. Я... Гуляим! Ну, я пошел. Спокойной ночи. Гуляим! Где ты? Она в школе. Папа, я... Идем домой. Не пойду. Пойдешь, иди не разговаривай. Папа, понимаешь? Дома поговорим. Пойми! Мама, я... Ну, довольна. Он меня не любит. Не любит. Я... Полюбит, не бойся. Я ведь... Ну, что ты ведь? Мамочка, я его тоже не люблю. Глупости говоришь. Не люблю. Любит, не любит, тоже еще придумала. Отец, вы что же молчите? Ты уже просватана, понятно? И хватит разговоров, хватит. Ты что, хочешь нас на весь Аила срамить? Ступай спать. Тебя никто не спрашивает. А почему не спрашивают? Вы мне скажите, почему никто не спрашивает? Ну что, я корова или коза какая-нибудь?
хуже козы. Ты глупая девчонка. Конечно, хуже козы, хуже коровы. Так не взять, так не встать. Быстро пойдешь. Медленно пойдешь, громай. А быстро пойдешь, еще что-нибудь придумай. Промолчи, внимай. Ответишь взрослых, не почитаешь. А я в город поеду. Не поедешь. Так и знаете. Не поедешь. Я тебя веревкой привяжу. Ну и привяжи. И привяжу, если матери слушаться не будешь. А я не выйду за мной. Слышу, не выйду. И ничего вы со мной не сделаете. Не имеете права, и все. Я учиться поеду. Ты что, матери всунула перед? Осель тоже в город поехала. С пузом вернулась. А докторша 5 лет училась, и ничего. Так она ж уродка. А? Он меня ненавидит. Ай, дочка, стерпится, слюбится. Ты еще молода, жизни не знаешь. В городе тоже ничего хорошего нет. Отец твой меня до свадьбы и вовсе не видел. А живем разве плохо? Все вокруг завидуют. Дети растут. Вот будешь свою дочку замуж выдавать. Вспомнишь тогда, что я тебе говорила. Тому же самому учить будешь. Да ты не волнуйся, доченька. Женится, переменится. Сдашь завтра экзамен. Сыграем свадьбу. И в добрый час. Ложись, доченька. Спи. Значит, она все-таки приехала. Приехала, бесстыжая, на самосвале привезли. А Кюльсун, небось, от радости плачет. Совсем ожалела. Ах ты, моя птичка, моя ягодка, мой цветочек. А как Айзада-то? Замужем, говорит, хорошо. И веселая такая. Просто стыд. Я, говорит, с ним химию учила. Знаю теперь на твердую четверку. А чего ж приехал-то, раз довольна? Ой, известно, зачем приехал. Экзамены сдавать. И муж позволил. Замужняя женщина вместе с девчонками. Ну и не говори. Ой, доченька, а ты не опоздаешь? Скоро 8. Мама, я решила. Ну? Если вам надо, я выйду замуж. Да? За кого хотите, только не за Аманбая. Теперь поздно, дочка, мы договорились. Где да, там и нет. Чем Бекташ не жених, отец 3000 дает. Нам не 1000 нужны. Ну вот и хорошо. Бекташ так Бекташ. Пойдешь за Бекташа? А что? Стерпится, слюбится. Умница. Ну чем он плох? Парень хороший, скромный, не пьющий. До такого зятя еще поискать. А что глуповат, так с такими деньгами и с глупым жить можно. И свадьбу быстро сыграют. А то того, гляди, Ташимов нагрянет, и поедет твоя Гулиим, Пурунзе, в университет. Прет бессовестная. Дорогу не уступит.
Чего надо? Вылезай! Ну? Чего? Вези меня в школу. Еще чего? Вези, тебе говорят. Больно надо. Дурак, я твоя невеста. Брось врать. А я серьезно. А вообще хорошо, что я на тебе женился. Сам, наконец, стану хозяином, от отца отделюсь. Смотри, пожалуйста, в школу на машине пятерка, приезжает. Пятерка, пятерка, пятерка. Ты замужняя женщина, а кричишь, как девчонка. А у меня пятерка. Поздравляю. А Гуляим, ягодка моя, тоже можно поздравить. Ее за Мамбая просватали. Правда? Правда. Только я за Бекташа выхожу замуж. За Бекташа? А что? Отец базарком, дом под железом, своя машина. Ты циник. Угу. А что такое циник? Ты что пришел? Иди в машину. Ну? Что же ты молчишь, Амамбай? Мы ждем. Можно? Входи. Но ты же это знал. Бери билет. 12-й. Садись. Он очень способный ученик. Не знаешь, что с ним случилось? Да. Слушай, Амамбай, что с тобой? Ты, видно, волнуешься. Положи мел. Пройдись немного, успокоишься и придешь. Иди, иди. Доигрался, жени. Ты не волнуйся. Я за Бекташа выхожу. Зачем? Хочу. Разговорчики. Кто будет отвечать? Ну, кто? Мои милые и уважаемые, я пью за ваше здоровье, потому что мы теперь с вами... А родственники, мы как два дерева на одном корне. Поэтому мы должны, мои милые, как полагается, родственникам друг за друга держаться. Приятель, скажем, или даже друг, это все чепуха. Конечно. Вот у меня дядя во Фрунзе. Сегодня я ему позвонил, завтра будет холодильник. А завтра позвоню, все, что хотите, будет. Родственник, он всегда родственник. Я предлагаю выпить за всех родственников на свете. Пейте, пейте. Ну, ешьте, ешьте, пейте, ешьте. Я ваш гость.
Что ж я один буду пить? Ну, поддержите, дорогие хозяева. Бекташ, а Бекташ, а жена у тебя будет ученая. Надо тебе ее догонять, она аттестат зрелости получила. Бекташ, а где же твой подарок? В машине остался. Ну, пойди принеси, ну что ж ты. Видали, совсем еще ребенок. А теперь я выпью за свою будущую невестку, красавицу Гуляим. Мой сын неплохой парень с вами. Папирос не курит, вина не пьет. А ты послушай, как он на Темиркома заиграет. Так бы всю жизнь слушал. Хлопот у тебя с ним не будет. Два, ну, три раза покорми и пусть себе гуляет. А прожиточный минимум, как говорится, это уж на моей совести. Ну, давай, выпей. Ну, немножко. Ну, и ты, сват. А вы что ж, сватья, дочь замуж выдаете? За здоровье молодых! Вот на. Не вести не мне. На. Эй. Ну а развязать что не можешь, да? Сиди уж, садись, садись. Сейчас поглядим, что мы купили своей невесте. Сейчас. А так. Хороши? Дядя из Фрунзе прислал. А поженитесь, еще не то будет. Бекташ, Бекташ, для такой жены ничего не жалко, верно? Вот какую голубку я нашел для своего голубка. Ох, какие же они хорошие. Свати. Вылетают птенцы из гнезда, свое ведь будут. А что поделаешь? Мы тоже когда-то вылетали. Давай выпьем. Бекташ, играй! Ой, лангана тоном берегите, о, деревне торго чалардым, о, мздурга гельтиргена, колума гишен, хакап, тоном берегите, о, деревне торго чалардым, Амздуга гельтиригана, колу магише салардам. Верите ли газараланам, турмушка гачанджеттамин, зараланка... Довольно! Хватит! Хватит! Thank you.
До свидания, мам. Почему столько людей провожают одну девушку? Она едет учиться. А, большой человек.